Ну почему плачут? Я видел, как плачут мужчины. Ну, это бывает. Ну, когда теряют друзей, там бывает. Это страшно смотреть даже для меня, когда я вижу, как заплакал сильный, здоровый мужик. Это смотреть страшно вообще. Это неестественно как-то выглядит. Когда женщина плачет, я думаю, ну слава Богу, заплакала. Ну, значит, все хорошо. А мужчина плачет, это страшно выглядит. Это переживание сильнейшее, конечно. Ну вот, когда друзей теряют в горах, это бывает такое, конечно. А слезы сами вытекают из глаз. Просто нужно, наверное, ребенка, пацана воспитывать в таких... Ну вот, то есть не надо его жалеть. Не надо его жалеть, пацана не надо жалеть. Девочку, может, и надо там приласкать, там где-то пожалеть. А пацан должен чувствовать, что он отвечает. Он отвечает за окружающих. Там, за свою сестру, за мать, за всех, что он отвечает. И он тогда приучится, он не будет плакать.